Сегодня я гуляю по Фарфоровскому посту. Это жилой квартал во Фрунзенском районе, у железнодорожной станции Фарфоровская. Этот квартал прежде всего интересен своими двухэтажными деревянными домами. Они напоминают архитектуру севера России, Петрозаводска, Мурманска. В Петербурге это, наверное, последний такой квартал. Эти дома были построены в конце 20-х годов прошлого века для работников железной дороги. А вокруг располагаются новые жилые кварталы с многоэтажными домами, и это создает такой своеобразный контраст. Есть здесь и более старые постройки, дома из красного кирпича начала прошлого века. Особенно примечателен вот этот дом по адресу Фарфоровский пост 52. Он считается одним из самых старых жилых домов в Купчино. Как мне сказали местные старожилы, он был построен в 1908 году. Название квартала и улицы Фарфоровский пост происходит от старого названия железнодорожной станции. Она, в свою очередь, получила название от Фарфоровской колонии, которая располагалась у Императорского фарфорового завода. Железнодорожная станция была открыта во второй половине 19 века, а здание вокзала построено в начале прошлого века. Когда гуляешь по Фарфоровскому посту, возникает ощущение, что попадаешь в прошлое, во время 100 или более лет назад.